глазки вижу. Она на тебя смотрит. Числовой линейки можно считать, сколько у нас получится областей. У меня получилось 5 областей. Мы сегодня с вами выполняем лабораторную работу. В 1956 году наша школа открылась, приняла своих первых учеников, и Надя здесь начала учиться. Но не только учиться. Вы представляете, что Надя принимала участие даже в строительстве нашей школы. И вы, наверное, знаете, что символом нашей школы является кентаврионок. Да, это один из самых известных Надиных рисунков. И в древнегреческой мифологии есть только взрослые мужчины-кентавры. А Надя подумала, им скучно живется одним на белом свете, никого у них нет. И она для них придумала кентавриц, посмотрите, вот она, кентаврица, и кентаврят маленьких. Целые семьи им придумала. И вот Надина творчество характерно именно тем, что у нее много-много рисунков по фантазии. Будем играть с бабочками? Да. Да, ну тогда я вам раздам, а вы одеваете на ручку. Все 11 лет шли к этому итогу. Сказать бесконечное спасибо каждому учителю. Вы нас спасали каждый раз, боялись и переживали.